Ты дозвонилась? Да, там чуть ниже есть сеть. Завтра утром приедут участники. Если, конечно, успеют. В смысле? Завтра, по прогнозу, ливневые дожди. Черт! Капец. Мы теперь должны кружками вычерпывать воду, да? Или ведро к дрону привяжем. Нет, да серьезно, ребят. Что делать будем? Ну что, Батр, завтра привезут насосы и начнут откачивать. Если успеют подняться до того, как дорогу разведет. Ну это да. Может, чуть-чуть досидим и поедем в город? Просто вдруг мы здесь застрянем завтра. Ну мы же хотели с утра сделать еще один облет. Слушай, Батр, тут так классно. Вот прям романтично, да? Вот когда мы так вместе все посидим, а? У костра. Шарахнем? Давай. Не представляешь, как дорог каждый миг. Не понимаешь, каково это быть свободными от этих суетных дней, от безнадежных дел, пробок и людей, от бессмысленного бытия. Но, может быть, я расскажу, покажу, как жить так, чтобы плыть, жить так, чтобы с головою идти, стирая подошвы, любить аж до дрожи по коже. Чтобы плыть, жить так, чтобы с головою идти, стирая подошвы, любить аж до дрожи по коже. Чувствую, я тут лишний, да? Ладно, ребят, пойду в машину спать. Бро. Давайте, аккуратнее только. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ночи, правда, такая красивая. Знаю, может, я не романтик, но мне чуть-чуть здесь не по себе. Я в жизни никого романтичнее тебя не встречала. А я красивее, безбашеннее тебе. Кто бы говорил о безбашенность? Стать перед этим отморозком с пистолетом? Не думала, что ты на такое способен. Я тоже не думал. Страшно было? В тот момент нет, а потом страшно. Алло, пап. Алло, привет. Как у вас там дела? Нормально. Сейчас спустились с гор, размещаемся в Мамбетата. А что это вы решили остаться? Там погода же не летная. Буэркин, вы все равно работать не сможете. Да там с дамбой все не очень хорошо. А что такое? Водохранилище почти переполнено. Утром, когда мы уже уезжали, приехали честники. Они при нас старались держаться, но было видно, что они в шоке. Что, все так плохо? Честники сделали предписание Селикболу установить систему аварийного сброса воды. А он этого не сделал. Зато, как говорит Еркын, продавал воду по одному тенге за куб. А это дорого? Средняя цена по области 0,2-0,3 тенге за куб, так что да, это дорого. А когда воду перестали покупать, он просто перестал ее спускать. Угу. И какие прогнозы? Если вода поднимется еще на полметра, то дамба начнет разрушаться. А если она рухнет полностью, то возникнет целевой поток, который достигнет села через 33 минуты. Ничего себе. Слушай, может, ты домой вернешься, а? Хватит с тебя приключений. Честники попросили остаться. Они создают штаб для принятия решения об эвакуации. Им нужны наши данные. Ребята как раз их сейчас обновляют для дальнейшего прогнозирования. Ладно, пап, мне нужно идти. Я позже перезвоню. Ну, давай, ты там поосторожнее. Хорошо. Thank you.
Булгаков приехал. Да. Давно такого ливня не было. Другой день я был бы ему рад. Ну что, как вы? Что там с дамбой? Дамба стоит. Честники выставили пост. Но технику не успели для откачивания воды поднять в горы. Подняли только один насос. А толку от него? Да, вот именно, толку от него. Хотите чай? О, да, не откажусь. 2 часа спускался оттуда кое-как. А заседание до сих пор что ли идет? В общем, так. Объявили желтый уровень опасности. Оповещаем местное население, спасибо. О готовности к эвакуации. Ну, чтобы там чемоданчики собирали, документы подготовили. Скот по возможности увели там в горы. В соседнем селе готовят здание школы для размещения. А смысл, почему бы сейчас заранее не эвакуировать? Пока не было команды, по итогам ночи будут решать. Да уж, нам бы день простоять. И ночь продержаться. Такие, ассаламу алейкум. Алейкум ассаламу, как вы? Рахмет, все хорошо. Какие новости? Да вот ребятам рассказываю. Утром будет решение, объявят эвакуацию или нет. Я с Серкиным созвонился. Он свой скот сам погонит в горы. И просил помочь в случае чего. Да вообще без проблем. Его семье. Конечно, без проблем. Можно на моей машине всех увезти. И с Николаем договорился. У него есть место, где разместить. Он нас всех сейчас зовет. Ну, я сказал, что у нас все в порядке, без паники. Так ведь, а? Ну, ладно, я пойду готовить свой участок к эвакуации, там, папки, документы. Краса, давайте. Спокойной ночи. Аккуратненько, Лу. Удачи, сэр. Спасибо за чай, мэм. Вовремя вы к нам в село со своим дроном приехали. Да, без меня тут было бы скучно. Как дела у Тимерлана? Его уже через 3 дня выпишут. Хорошо. Вот я ему даже подарок приготовил. Вот, ничего себе. Я думаю, ему очень понравится. Я тоже так думаю. Ну ладно. Пойду посплю немного. Если завтра эвакуация, день будет хлопотный. Так что спокойной ночи вам. Доброй ночи. Всем вам тоже доброй ночи, это. Надеюсь, ночь будет спокойной. Алло. Айдана, доброе утро. Только что сообщили из штаба. Объявлена эвакуация. Да вы что? А что с дамбой? Дамба стоит, но уровень воды к утру поднялся на 48 сантиметров. Да, вас просили подъехать в штаб. Я сам туда выезжаю. Да, я выезжаю через 5 минут. Всю ночь не спал. Что случилось? Что сказали? Сказали, что ЧС объявили эвакуацию. Уровень воды поднялся на 40 сантиметров. И меня ждут в штабе. Я с тобой. Бать, пожалуйста, останься, помоги семье Еркина и вообще всем, кому сможете. Мамбету, а то я сама скажу. И вообще, ребят, не геройствуйте, пожалуйста. Хватит уже с нас. Давайте тоже.
Доброе утро. Как спалось? Честно говоря, не очень. С утра звонил Талгат. Говорит, что объявлена эвакуация. Игорь с Батырханом едут помогать семье Еркына. Вы поезжайте с ними. А зачем я буду место занимать? Мне каблуку свою вывести надо. Так что я верхом. Хорошо. Тогда увидимся у Николая. Хорошо. Доброе утро, Ата. Привет. Сейчас мы с Батором все проверим. Если ничего не забыли, то сразу выезжаем. Вы же с нами? Нет, я Айда не сказал. Я же сам доберусь. Мне еще каблуку свою надо эвакуировать. Ну а что, места много, вместе веселей. У Иркина семья большая. Ну что я там буду место занимать? Вам, конечно, видней. До свидания. До свидания. Батор, я пока выезжаю, ты собирайся. Алло, доча. Как Тимир? Да нормально. Узнала, что у вас там эвакуация. Волнуется за тебя, за дом. Ты ему дай трубку, я его сейчас успокою. А так, халыз халай. Халайсин, балам. Мен алдын шықтым. Николайға бара жатырмын. Е, өзің қалайсын? Болады. Демал, а мен саған сыйлық дайындап қойдым. Қандай сыйлық? А сен шыққасын көрерсің. Жақында шығарады. Демал, айналып кетейін. Сау бол, жата. Сау бол, балам. Сау бол. Скоро у нас в РУВД все почетные грамоты закончатся, все у вас будет. За конокрадов, за браконьеров, еще и за дамбу. У меня даже столько нет. А может, вы меня именным пистолетом наградите? Это вряд ли. Сейчас я дрон запущу, еще раз над селом пролечу, проверю, все ли эвакуировались. Давайте, я честникам позвоню пока.
Ай, нахуй ты тебе. Сиена, думаю, ты такой. Мамбета-то, а что вы здесь делаете? Все, я созвонился, честненько сдам мне сообщение. Начался размыв. Это было минут 10 назад. Черт! Что такое? Вот блин! Айдана! Как управлять ей? Айдана! Никого нет, сидит один. Зачем вы вернулись? Забыл. Утром на столе, когда с тобой говорил. По дороге только вспомнил. Ну, поехал назад. Вот это подобрал. Только зашли в дом, вырвался, еле из-под кровати достал. А ты что приехал? Дамбу прорвало. Да ты что? Давай уходить быстрее. Машина за воротами. Лошадь! Мамбета-то, стойте! Смотрите, моток уже идет по улице. Мы даже на машине теперь выехать не можем. Прости, Алена, не надо было за мной ехать. Да перестаньте! Как мы теперь будем выбираться отсюда? Наверх! Давай наверх! Да! Победа-то! Куда? На чердак! Лезь! Победа-то! Давайте быстрее! Сережа идет! Там сель! Победа-то! Давайте быстрее! Дожди, эту грусть дожди смоют, ты подожди. Вроде все и знакомо, но пусто так. Да я знаю, что было и будет так. На пути моем снова прохожие. Вроде тысячи их, но похожие. Я иду как в бреду и понять хочу, почему я тебя все еще люблю. Yeah.
Один человек стал жертвой селевого потока, который накануне вечером обрушился на село Береке в Алматинской области. Как сообщили в областном департаменте по ЧС, причиной стало обрушение на водохранилище дамбы, расположенной в горах в 10 километрах от села. Благодаря своевременно проведенной эвакуации местных жителей удалось избежать большего количества жертв. Сейчас наши корреспонденты работают на месте чрезвычайной ситуации. О развитии событий рассказывал следующий. Люди все идут и идут. Спасибо, что приехали помочь. Ты же знаешь, мы не могли иначе. Мурат хотел переговорить с мамой Тимерлана насчет помощи по восстановлению дома, ну и насчет Тимерлана. Ты не знаешь, какие у нее планы? Она хочет вернуться в дом отца. Но со своим мужем еще не говорила об этом. Если они все-таки решат уехать в Костанай, то, конечно, она заберет Тимерлана с собой. А ты этого не хочешь? Ему так много досталось. Я просто хочу, чтобы у него все было хорошо. Конечно, с родной матерью ему будет лучше. Но я не думаю, что он захочет уезжать. Я думаю, все будет хорошо. Стилек қалдырғын келмей бі? Атам есімде болушын. Қажет жоқ. Адам мына жерде. Айдана, я поговорил с мамой Тимерлана. Что она решила? Она решила переехать в Береке. У нее муж, оказывается, аграрий, и, ну, по ее словам, он толковый парень. Ну, а раз здесь у нас намечается большой проект, нам такие люди будут нужны. Это здорово. Единственное, ей надо съездить к семье, ну, подготовиться к переезду. Она сказала еще, Тимерлан просил остаться, ну, если вы не против. Конечно, он может остаться с нами, если можно. Мы будем только рады. Угу. Я думаю, мы в Береке теперь надолго, работы много. Надо заняться восстановлением дома. Спасибо, пап. Thank you.
отражениях прошлого, но родной. Слышу голос твой, знаешь, снова и снова. Он зовет, как и прежде, добрым словом. Слух лаская звучит, как басанова. У дорог наших больше нет перекрестков. Пустота одиноких снов отголоски. Я бегу, как в бреду, и понять хочу, почему я тебя все еще люблю. Между небом и землей, между тобой и мной, было так все красиво, как же невыносимо понимать, что больше нет у нас. Ты приходи ко мне хотя бы во снах. Между тобой и мной было так все красиво, как же невыносимо понимать, что больше нет у нас. Ты приходи ко мне хотя бы во снах.